В Ульяновской области на данный момент находится больше 500 эвакуированных жителей Донбасса, а в ближайшее время ожидается приезд еще нескольких сотен людей. Чтобы не сидеть без дела и денег, многие из них ищут работу. Для трудоустройства людям нужна справка о наличии или отсутствии судимости. В информационном центре МВД России по Ульяновской области заявляют, препятствий для получения справок нет. Для оформления необходимо иметь лишь паспорт. С учетом текущего положения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, информационный центр подготавливает официальные документы в первоочередном порядке. Получить справку эвакуированные жители могут, обратившись лично в информационный центр МВД России по Ульяновской области. Таким же способом получить справку могут и остальные ульяновцы. При наличии паспорта гражданина РФ оформить документ можно в МФЦ и через портал госуслуг. Предоставление гражданам данных справок является одной из самых востребованных государственных услуг. В прошлом году с заявлением на оформление сведений об отсутствии судимости обратилось более 40 тысяч ульяновцев. Я решила заказать справку о наличии отсутствия судимости, так как мне нужно было предоставить ее в лагере детский оздоровительный. Я устраиваюсь туда работать. Вот. Выбрала портал госуслуг, потому что это намного быстрее. Я ее получила. Печать на синей печатью гербовой на бланке синим. Вот. Все было прекрасно, то есть сделали быстро. Кроме трудоустройства, справка может понадобиться при оформлении усыновления. Также в информационном центре МВД России по Ульяновской области оказывают и другие виды госуслуг. Справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ, архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих пенсионное обеспечение, и справок по реабилитации жертв политических репрессий. Все госуслуги предоставляются бесплатно, за исключением услуги по удостоверению подлинности подписи. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.